Готовим ленивые манты. Берем фарш, лук, петрушку, тертый и отжатый от сока кабачок, соль, черный перец, сладкий перец. Их все хорошо перемешиваем. Далее подготовьте тесто, как на пельмени. Раскатайте. Выложите фарш. И сформируйте лодочки. Обжарьте лодочки на масле в течение 5 минут. Залейте наполовину кипятком и проварите их 20 минут. Ленивые манты готовы. Всем приятного аппетита!